Привет, друзья! Многие, наверное, помнят недавний пост, когда приезжала БТ здесь и пока говорила, что Сморгонь такой плохой город, что плохие чебуреки, нету сдачи. Вот я решил немного попробовать. Пойду-ка я сейчас в гастроном и куплю чебурек. Попробуем, что тут мне не нравится. Здравствуйте. Привет. Чебурек можно мне? Конечно. Свежие? Конечно, свежие. Вкусные? Это к вам недавно БТ приезжала? Снимали здесь передачу? Нет. Говорит, что в гастрономе. Здесь еще чебуреки продают где-нибудь? А, все ясно. Давай чебурек. С мясом или с мясом? С мясом, естественно. С собой или здесь? С собой. А грех? Конечно. Рубль 2 копейки. Вот они, чебуреки, греются. Сейчас будем пробовать. А сильно не грей. Спасибо. Да. Пойдем пробовать. Вот он. Чебуречек. Сейчас посмотрим, что Минским не понравилось здесь. Естественно, если он без мяса, я буду очень расстроен. Ну, я думаю, не все так плохо. Вот, присяду на лавочку. Люди что-то на меня смотрят очень подозрительно. Вот он, чебурек. Надеюсь, что останутся живых. Ну, суховат, но в принципе ничего. Походу мяса не нашел. Есть мясо. Минские ребятушки уже закушались. Если я считаю, мясо есть, в чебуреке есть мясо, он уже хорош. В принципе, не очень плохо. Съедобен, нормально. Только теперь пить захотелось. Пойду сейчас в Анастасию смотреть, проверять. Дадут ли мне сдачу. Двадцатки, 20 рублей. Так что оставайтесь со мной. Скоро на связи, блин. Вот и на месте. Магазин Анастасия. Сейчас пойдем менять вот 20 рублей. Сказали, что не дали сдачу. Извиняюсь. Здравствуйте. А кофе на вынос есть? Я думала, вы пришли фотографировать, селфи сохранить. Ну, типа того. Есть. Есть. А сдача есть? Что, у вас большие миллионы? Ну, нет, 20 лет. Есть. Лично. Сколько? Одну кофе. А 2 копейки есть? Нет, к сожалению, нет. Нету 2 копейки? Рубль 2 надо. Да нету. Угу. Ну, значит, вам сделаем скидку на 2 копейки. Это вообще прекрасно. Видите, в нашем сморгонском магазине даже скидки делают. Так, 15-16. Вы мне 2 рубля выдадите с той кассы? Так, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Все отлично. Спасибо.
А что вы делали? Ладно, я возьму десятки две отсюда. Давай. Не бегайте уже. Это два раза. Отлично. А мы как волк или как ЧС? Какое? Длинная суперстим. Рубль 5. Рубль 5 идет. Там так и написано суперстим. Ну что же, друзья, вывод такой. Смотрите, кофе у меня уже есть. Вот, горячее, все как надо. Сдачу мне дали, даже сделали скидку 2 копейки. Чебурек я поел. Ну, сейчас просто еще не очень голоден. Все, в принципе, съедобно, все очень вкусно, обслуживание хорошее. Так что пускай минские ребятушки там и сидят в Минске. У нас все отлично. Так что берите смело, кушайте наши чебуреки, берите, ходите в магазин Анастасия, которую все многие, наверное, знают, как спасибо Адольфу. Так что на сегодня все. Всем спасибо. Пока.